Бесконечные репетиции и гастроли. Итак, 6 десятилетий на сцене театра. Один юбилейный вечер, сразу троих героев. Народные артисты Чита Яковлевых и Нина Григорьева. По актерской традиции в свой праздник в своем театре Чувашском драматическом имени Иванова играют любовную драму. Екатерина Шеверова о любви, чести и достоинстве на сцене и в жизни. 60 лет на сцене. Даже не верится. 60 лет тому назад Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова встретил выпускников московского ГИТИСа – молодых и задорных, счастливых и талантливых. Для Нины Михайловны тот год был исключительно знаменательным. Получила красный диплом лучшего театрального вуза страны, училась на одном курсе с красавцем Юрием Васильевым. Он позже сыграет ухажера Кати Тихомировой в легендарном «Москва слезам не верит». Вышла замуж за одногруппника Валерия Николаевича и вернулась в родные Чебоксары. «Приехали и для нас...» Как будто бы для нас построен этот храм искусства. Вот это здание нашего любимого театра. 60 лет мы с Валерием проживаем до сих пор. И 60 лет выхожу на любимую сцену. Зрители, наверное, зрительская любовь удлиняет нашу сценическую жизнь. Я благодарна зрителям и своей судьбе. Я очень счастливый человек. Интересная, насыщенная жизнь, гастроли по всей России. Зрители всегда очень ждали ее выхода на сцене и встречали артистов бурными овациями, просили приехать снова. И они ехали с новыми и уже полюбившимися ролями. Роли, добрые или злые, они все твои. Когда меня спрашивают, какая роль у меня любимая, я отвечаю, что такой нет. Каждая роль, которую я сыграла, это такой большой вклад эмоций, столько труда было вложено. Поэтому все роли любимые, будь то положительная или отрицательная роль. У артистов одно правило. Не важно, что у тебя внутри, не важно, что на душе. Все свое за кулисами. На сцене другая жизнь. Жизнь героя в отрепетированных страстях, постановке мужа. Искусство – это... не только красота, она еще вдохновляет на жизнь, дает, придает силы людям искусство, будь то театр, живопись, музыка, там, литература. Я думаю, что это огромная сила, которая воздействует на ум, на сердце человека, на духовные богатства. Сегодня на сцене молодые артисты в знак признательности и уважения мэтрам поют и танцуют о их молодости, о любви и мечтах, которые уже сбылись. Екатерина Шеверова, Алексей Зотиков, Сергей Емельянов, Республика.